Расскажите, пожалуйста, для того, чтобы наши зрители понимали вообще, о чем речь, что такое сертификаты стандарта ISO и какова история их внедрения? Дело в том, что Международная организация по стандартизации приняла первую версию стандартов еще в 1987 году. С тех пор компании, которые управляют в соответствии с международными стандартами ISO 9000, они признаются на мировом уровне. По своей сути, сертификация – это демонстрация приверженности вашей компании к выпуску качественной и безопасной продукции. Вот выдавая этот сертификат, TÜV Thüringen берет на себя обязательства и гарантирует, что все процессы в вашей организации хорошо функционируют, распределены ответственности, полномочия между персоналом, имеется персонал, профессионально способный качественно выполнять свою работу, установлена эффективная система контроля, уже хорошо отлаженная в вашей компании. То есть по своей сути этот сертификат – это вот демонстрация или гарантии, своеобразные гарантии вашему потребителю и демонстрация того, что ваша компания привержена к выпуску вот именно качественной и безопасной продукции. В данном конкретном случае перед нами тоже стояла достаточно сложная задача, потому что ваша компания достаточно амбициозная, и вы одновременно заявились на сертификацию в двух системах. В национальной системе Республики Беларусь, чтобы подтвердить соответствие законодательству Республики Беларусь, требованиям, которые существуют в нашей стране, и одновременно на сертификацию в международной системе соответствия TÜV International Certification. Помимо того, область деятельности, которая заявлена вашей компанией, она достаточно широкая и требует рассмотрению достаточно многих процессов, как процессов, связанных с непосредственно со строительством, как процессов, связанных с разработкой и проектированием транспорта, так и других процессов, связанных с построением инфраструктуры. Дело в том, что процесс сертификации, он требует обязательного соблюдения отраслевой компетентности, и нам необходимо было сформировать команду, которая способна технически подтвердить способность вашей компании выполнять эти процессы на должном уровне. Помимо того, после оценки нашими экспертами органа по сертификации TÜV Thüringen, которые признаны в Германии, оценка отчетной документации и анализ документов проходил непосредственно в Германии, и решение выносилось непосредственно немецким органам по сертификации. Вы знаете, насколько они педантичны в таких вопросах. Скорее всего, вы впервые познакомились с технологией SkyWay, со струнным транспортом. Вот ваше личное впечатление. Когда мы на полигоне, так сказать, ехали на юнибусе, было такое ощущение удовлетворения, что вот в нашей стране есть такая идея, которая будет реализована в будущем. И это очень здорово. С какими интересными моментами столкнулись мы, что такое вообще представляет из себя ваш транспорт? Конечно, наш коллег из Германии достаточно удивило именно тот факт, что эти разработки уже функционируют. Они воспринимали это как нечто такое, что еще только запланировано, но еще невозможно продемонстрировать было бы. А вот интересный вопрос вы затронули. Как, есть ли разница в том, как воспринимают рассказ о нашей технологии в Беларуси и в Германии? Восток, Запад? Ну, наверное, да. Как-то нашим людям даже сложно представить, что у нас в Беларуси, почему-то мы сами себе так не доверяем, что мы можем придумать что-то более современное. А коллеги из Германии достаточно быстро подхватили эту идею, то есть когда поняли про принцип, да, то есть гораздо проще оказалось там разъяснить эти моменты, чем здесь. Что дальше? Вот мы получили сертификат. Есть ли какие-то дальнейшие процедуры, дальнейшие действия? Дело в том, что, получив сертификат, вы стали на пьедестал Олимпа, стали олимпийскими чемпионами. Но для того, чтобы устоять на этом Олимпе, надо очень много трудиться. Хотелось бы сказать, что стандарт нацелен все-таки на удовлетворение требований заинтересованных сторон.
В вашем случае заинтересованных сторон достаточно много, и задача перед вами стоит достаточно сложная. Ну и я искренне надеюсь, что вот бренд компании Skyway в недалеком будущем станет синонимом качества и безопасности транспорта.